Наташа Королёва и Сергей Глушко начали встречаться в начале нулевых. Поженились в 2003-м, уже после рождения сына Архипа. Долгие годы пара считалась образцовой среди других звездных семей. Но недавний слух об измене Тарзана сильно огорчил всех поклонников. Я хочу официально объявить. Произошел инцидент. Я изменил своей жене. А вот хейтеры уже потирали руки в ожидании развода звезд, однако певица отнеслась к произошедшему неоднозначно. Она считает, что долгие годы их брака не перечеркнуть просто так, ведь между ними было и плохое, и хорошее, и моменты счастья, и минуты отчаяния. Артистка давно поняла, что дорога своему мужу. Много лет назад произошел один показательный случай. Дальше у нас произошла ситуация. Я чуть не погибла на Волге, меня выбросил катер. Вот после этой, ну как бы аварии, так называемой, вот я поняла, что вот Серега это тот человек, который, вот что бы ни случилось в нашей с ним жизни, вот он будет вот до последнего рядом, до конца, потому что как он меня спасал, как он со мной трое суток находился в реанимации, вот, менял мне судно, мыл меня. Говоря о ситуации с недавней изменой Тарзана, Королёва сокрушается лишь об одном. Зачем стриптизер привел женщин к ним в квартиру? К слову, она не исключает, что все могли намеренно подстроить недоброжелатели. Тарзан раскаялся перед супругой. Сергей ругает себя так, как из-за шквала негативной информации пострадала и его мать. Стресс не из-за того, что сделал я. Стресс из-за того, какой геморрой какому геморрою я подверг свою жену, свою маму, которая рыдает, не дай бог еще что-то там, просто это я тогда вообще себе не прощу никогда, потому что Наташа, она сильная, а мама это есть мама.